Каждые выходные открывается более 60 ярмарок по всему Подмосковью, но в Видном ситуация иная. Здесь торговые ряды у кинотеатра «Искра» стоят и в будни. Несмотря на то, что большинство местных жителей на работе, и в середине дня здесь довольно людно. Традиция устраивать ярмарки на центральных улицах существует во многих городах. Недаром видновчане предпочитают делать покупки именно здесь. Рецепт популярности прост – свежие продукты, качественные товары и низкие цены. Ярмарка у «Искры» состоит из двух больших отделов. В одних торговых рядах продают товары, в других – продукты питания. Если, отправляясь за покупками в магазин, частенько необходимо иметь круглую сумму, то здесь цены куда демократичнее. При этом продавцы держат руку на пульсе современных тенденций. Прежде чем что-то купить, мы просматриваем журналы, что сейчас модно, потому что все-таки хочется одеть наших женщин, чтобы они были красивые, стильные, вот, и моложе выглядели. Особое очарование каждой ярмарки в том, что здесь рядом с прилавками с одеждой можно встретить книги, игрушки, посуду и украшения. Почти у каждого продавца постоянные клиенты и отношение к каждому особое. Хорошие скидки делаем, идем на встречу. Все, которые купили, девчата приходят по несколько раз еще. Мы уже второй у вас раз, и все уже постоянные клиенты есть, так что ждем новых покупателей. Есть ручная работа, есть заводские работы, есть камушки индийские, изделия с камнями. О каждом камне можем отдельно рассказать для каждой. Царит оживление в продуктовых рядах. Здесь представлены продукты, овощи и фрукты как с подмосковных фермерских хозяйств, так и из других российских регионов. Почти в каждом городе нашей страны есть свои секреты приготовления тех или иных продуктов. А здесь, на ярмарке, можно в буквальном смысле попробовать все самое вкусное. У нас разный ассортимент. Есть белорусская продукция, есть рязанская, есть ростовская, владимирская, тамбовская. Разные производители. У нас есть очень вкусная колбаса, допустим, на вишневые ветки. При копчении прибавляются вишневые ветки. Такой вкус непредсказуемый. Ее нужно только пробовать. Продавцы овощей, фруктов и ягод Анжела и Мария приезжают на ярмарку из Тамбова. Для продажи весь товар отбирают личные критерии, по которым яблоки или помидоры попадают к ним на прилавок, великое множество. Кроме того, большинство продуктов, которыми они торгуют, – собственного фермерского хозяйства. Наша картошка, огурцы, грибочки, все эти ягоды наши, что мы сейчас не успеем продать, все замораживаем и зимой продаем замороженное. Все мы знаем, как дети неохотно ходят по торговым рядам. Этой проблемы у вас на ярмарке не будет. Рядом с кинотеатром «Искра» расположена детская площадка, где маленькие непоседы смогут занять себя, пока родители делают покупки. Приходите на ярмарку, порадуйте себя. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.